Кто? Ты. Кто? Амурская область. Амурская, дальше. Город Белогорск. Дальше. За что ты сидел? Наркотики перебрасывал на тюрьму. На тюрьму перебрасывал. Сколько у тебя срок был? 6 лет. 6 лет. Сколько ты отсидел? 2,5. 2,5 я отсидел, и потом что? Решил вступить в армию? Или что? Как это было? Освободиться хотел побыстрее. Как это было, блядь, если сейчас нахуем? Быстрее расскажем, как это было. Ну, ты сидел в тюрьме, ну. Приехал этот представитель. Кто именно? Сам приглашен или нет? Нет. Его представитель был? Да. Ну, и что говорил? Предложил вот так, вот так вот. 1,5 года побыть здесь. Сколько зарплата у вас? 120, говорил, 100 тысяч будет. Сколько ты получил? Еще ни разу. А сколько ты находишься в подразделении «Вагнер»? 3 месяца. Ты за 3 месяца ничего не получил? Нет, еще ни разу. Вообще ни разу. Домой-то даже позвонить. Давай, одевайся, одевайся. Одевайся, одевайся. Домой-то даже позвонить. Не надо. Никак. А какого ты хуя приперся вообще сюда на мою землю убивать нас? Ну, ты что? Зачем? Я хотел прогоститься. Прогоститься? Да. А я пришел к тебе домой с пацанами, убиваю твоих людей у тебя на земле? Нет. Ну, так а зачем ты это делаете? Отказываетесь? Охота была. Охота была, все. Ты ёб, я ёбнул, вот я охота для тебя.